Сейчас мы продиоцируем курс послушания. Порода у нас восточноевропейская овчарка, мальчик Беня, возраст 1,5 года. На первом этапе заведите вот такой подсумочек, и все команды обязательно подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Хорошо, Сергей. Да? Я, да? Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Гуляй. По команде гулять собака должна гулять. Гуляй, гуляй. Тот, кто сможет дать потребителю высокое качество, они непременно станут владельцами. Ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Ко мне. Хорошо, ко мне. Хорошо, ко мне. Рядом. 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 Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку со временем будем увеличивать. На первом этапе обязательно все команды подкрепляем лакомство. Подходим и хвалим собаку. Хорошо лежать. Лежать. Все. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние и вечерние часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, чтобы не было посторонних раздражителей. На первом этапе обязательно заведите вот такой подсумочек, и все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Подходим и хвалим. Хорошо, сидим. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Место. Команду места. По команде места собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя. Команду места мы фиксируем на поводочек. Чем отличается команда места от сидеть или лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Подходим и хватит. Хорошо, место. Хорошо, место. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. После того, как провели занятия, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда «Гуляй». Гуляй. По команде «Гуляй» собака должна гулять. Ко мне. Хорошо, ко мне. Рядом. Рядом. Место. Ну, на этом мы будем заканчивать свою съемку.